В магазине все для чая продают. 5 чашек, 3 блюдца, 4 ложки. Но на этот раз у нас мало денег, и мы хотим купить не все 3 предмета, а только какие-нибудь 2. С разными названиями. Да. 2 предмета с разными названиями. Вопрос, сколько способов это сделать? Это получается, имеет различие одна чашка и одна ложка, и другая чашка. Конечно. Ага, нет, ну, то есть представьте себе, что это магазин, где продаются какие-то, ну, красивые чашки, ложки. Каждая из них, разные. Да, каждая из них там со своей картинкой, ну, что-нибудь такое, своей формы. Понятно. Тогда выбрать чашки и блюдца можно 15 способами. 3 умножить на 5. Да. Запомнили, Коль, запомнил? 15. Да, 15. Выбрать чашки и чайные ложки можно 20 способами. 5 пиши, умножить на 4. 20. И, наконец? И, наконец, блюдца и чайные ложки можно купить 12 способами. Отлично. Сложить? Да. Это все надо сложить. 47. Получается 47. Молодцы. 48 способами. Молодцы. Можно все это купить. Конечно, конечно. Заметьте, вы не побоялись разобрать 3 разных случая. Да? Там чашка-ложка, блюдце-ложка и... Ложка-чашка. Нет, чашка, ложка и ложка, честно, это одно и то же. Честное слово.